Приветствую вас, друзья! В последнее время на своем канале я много раз рассказывал вам про такой вид криптовалют, как дефляционные токены и мемкоины. Это довольно интересная и прибыльная ниша, ведь зачастую на таких проектах можно получать прибыль в десятки, сотни или даже тысячи иксов за короткое время. Хотя, конечно, не стоит забывать, что и риск у подобных токенов является довольно большим. И в моем сегодняшнем видео я хотел бы рассказать вам о проекте под названием Axie Ninja, который работает на базе блокчейна Binance Smart Chain. Его основным продуктом является дефляционный BIP20 токен под названием AxieN, в основе которого лежит механика так называемого налога. Для тех, кто не в курсе, кратко повторю, что налог представляет собой дополнительную комиссию, которая взимается с каждого пользователя при каждой транзакции помимо основной платы за газ. В Axie Ninja общий размер налога составляет 10%. При этом сумма данного налога делится на несколько частей, а именно 4% моментально распределяется между всеми держателями токенов AxieN в виде наград токенами Axie Infinity. Еще 3% автоматически блокируется в пуле ликвидности на децентрализованной бирже PancakeSwap. А также 3% используется для наполнения специального кошелька, средства из которого затем используются для оплаты маркетинга и проведения лотерей среди пользователей. Таким образом, получается, что данный проект представляет собой один из самых простых протоколов для заработка на блокчейне. Ведь все, что от вас требуется, это просто хранить токены проекта на своем личном кошельке и получать с этого постоянный доход, который будет формироваться из быстрого роста цены токенов, а также за счет автостейкинга с налогов других пользователей. А рост цены токенов AxieN от проекта Axie Ninja будет осуществляться за счет постоянного притока новых пользователей, которые будут постоянно покупать и холдить токены, тем самым разгоняя их цену. Способствовать этому будет мощная маркетинговая программа, осуществляемая разработчиками проекта, а также планируемый запуск собственных утилитарных продуктов для токена AxieN, таких как NFT-игра с механикой Play to Earn и собственная DEX. Помимо этого, наличие налога будет способствовать еще и мощному холду токенов со стороны пользователей и препятствовать постоянным сливам на биржах, которые могли бы приводить к просадкам цены. Также особенно хотелось бы выделить еще и токеномику проекта Axie Ninja. Всего на старте проекта командой было напечатано 1 триллион токенов AxieN. Из них 50% будет использовано для пресейла на Unicrypt, а также 37,5% будет заблокировано в пуле ликвидности. Но думаю, подобную механику работы вы уже могли видеть у множества других проектов и токенов. Однако у героя моего сегодняшнего обзора имеются некоторые отличия, которые выделяют его на фоне других конкурентов. А именно то, что токен AxieN еще не запустился. Поэтому вы можете стать одними из первых инвесторов путем участия в пресейле на Unicrypt, который состоится 20 августа. Причем 75% собранных в ходе распродажи средств будет использовано для автоматической блокировки в пуле ликвидности на 3 месяца. Помимо этого, из других преимуществ проекта Axie Ninja хотелось бы выделить возможность получения ежедневных наград токенами Axie и получения периодических наград от лотереи. Также у проекта Axie Ninja имеется открытая команда, и код их смарт-контракта в скором времени пройдет аудит от компании Solid Proof.
Но несмотря на все вышеперечисленные преимущества, я хотел бы еще раз вам напомнить, что инвестиции в подобные проекты сопряжены с большими рисками. Это относится к любой мемной монете или дефляционному токену, ведь чаще всего подобные проекты не имеют в себе утилитарных функций, которые позволили бы им существовать в долгосрочной перспективе и приносить постоянную прибыль. Поэтому перед совершением любых инвестиций тщательно исследуйте проект и учитывайте все возможные риски. Более же подробную информацию о герое моего сегодняшнего обзора вы сможете найти на их официальном сайте и по ссылкам в описании. И на этом у меня, друзья, все. Удачи вам! Профита. Пока-пока.